Это вы? Доброе утро, Людмила Герасимовна. Доброе утро. Нет дельца для меня? Да нет, спасибо вам. А то ведь я могу по хозяйству, только прикажите. Облагат Маргаритов здесь проживает? Здесь, ваше степенство. Мне к самому. Пожалуйте в дом. Я для вас хоть и дров наколоть, что за важность. Сейчас надел халат, пошел, нарубил, да и мацион еще. Я ведь не то что братец, верно, Людмила Герасимовна? Да ведь я брата вашего мало знаю. Однако по его поступкам... А что, Николай Андреевич вернулся? Да какое там, другой-то день в трактире. Скажите, пожалуйста, на что это похоже? Может быть, ему там веселей? Мало что. Это к я пошел бы. Ну, так что же вы не идете? Нет, я не таких правил. Для меня дома лучше. Полноте, что ж тут хорошего? Про нас-то и говорить нечего, а мужчине-то, особенно молодому. Живые бумаги тебе писать? Нет уж, это ни за что. Я дам тебе работу, и очень доходную. Другой тебе и 100 рублей не даст, а я предлагаю 150. Совести не продаем. Сказано тебе, так и ступай. Какой же ты адвокат? От тебя твои науки сейчас требуют, а не совести. Значит, не своим товаром торгуешь. Будет разговаривать, 1000 не возьму, от тебя весь сказ. Хороша честь, коль нечего есть. Ну, глупость твоя при тебе, я уговаривать не стану. Да, 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 да. Людей найдем. Вот куда меня занесла судьба на старости лет. Жил бы я, как прежде, в центре Москвы. Разве посмели бы показаться мне с такими предложениями? А здесь Людмилочка страна голодна, и ловкие люди этим пользуются. Когда ты увидишь, что сюда зашел или заехал человек богатый, ты знаешь, ты не за добрым делом зашел он. Он ищет продажной чести или совести. Полно, папа, полно. Бог даст, и у тебя дела будут. Да и много ли нам нужно? Я уж и тем довольна, что могу жить для тебя. Не говори так, дитя мое. Не принижай себя. Ты лучше свои годы просидел, нагнувшись над работой в нужде. Никогда ни слова о себе. Ни единой жалобы. Я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Полно, папа. Полно. А, вот что видеть-то приятно. А у меня сынки. Маменька, а я-то?
Разве я вас не покою, разве я не радость вам? Так-то так. Только ждать-то от тебя много нечего. А вот брат, и с умом, да, уж и не говорит лучше, замучил мать. Да, что тут скажешь. Нужде можно многое простить, а когда так-то вот, ох. В неделю грош не заработает, а каждый вечер сидеть в каком-нибудь Кенигсберге или Андрианополе. Средства нужны. И ты, ангельская душа, должна жить под одной крышей с таким господином. Но ты, папа, его совсем не знаешь. Только видит ты его, для тебя уже есть оскорбление. Бежать бы нам из этого дома. Куда? Ты, батюшка, постарайся, сам видишь, на тебя вся надежда. Христом Богом прошу, постарайся. Я свое дело знаю. Кутя, Кутя, куда ты? Иди сюда. На-на-на, держи. Вы, маменька, ничего не замечаете? Нет, а что? Да ведь я, маменька, влюблен. Что ж, на здоровье. Да ведь я всерьез. Верно, что не в шутку. Не смейтесь, маменька. Она меня любит. Этермидонт, не из таких-то ты мужчин. Одна тебя женщина любить может. Какая же? Мать. А вот давеча пришел, бросилась к двери. Это вы?
Только тебя Лена ждала-то. Не брата ли? Это купцу нехорошо. Это плач. У меня в книге все записано. Герасим Парфенович, ты ли это? Ба-ба-ба, столько лет прошло, а я, брат, тебя не забыл. Я тебя сразу признал. Благодарю, благодарю. Ты добрый человек, ты меня признал. А другие избегать стали. Гора с горой не сходится. А человек с человеком... Мне теперь фарт. Дело немалое. Ищи теперь стряпчего по судам. Но сам-то по судам не находишься. Слушай, мы сейчас с тобой закатимся и погуляем. Можно и так-то вот. Неудобно. Как-то это, братец, странно. Мне теперь фантазия. Должен ты уважить. Нет, неудобно. Да ты не бойся. Не волить не стану. Легонько попотчу. Прошу. Дел серьезных почти нет. Перебиваюсь кое-чем. А люблю большие апелляционные дела, чтобы было над чем подумать, поразмыслить. Ты помнишь, мое имя гремело по Москве. Дело было хоть пруд пруди. А... Я ведь какого хочешь адвоката нанять могу. Только ему ведь нужно кланяться, да сударь говорить. А мы с тобой старые приятели. Вот на старости лет и дел нет. Скучно без работы-то. Скучно бы ничего. Чай поди, голодно. Да. Да. И голодно. Бодрись, Герасим Парфенович. Завтра же все свои бумаги тебе представлю. А вот с моей легкой руки. Но! 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 По глупости, по своей доверии я прежде к людям имел. Пошлешь, бывало, писарька. Спасибо. Достань, мол, из такой-то коробки дело. Ну, он и несет. И выкрал у меня писарек один документ. И продал его должнику. Велик документ-то? В 20 тысяч. Ого. Ну и что же ты? Заплатил. Все заплатил? Все. Все свои трудовые денежки отдал. Дом продал, все продал, что можно было продать. Веришь ли, денег нет трудовых горбом нажитых. Гнезда нет. А тут жена. И так хворала. А тут померла. Хотел руки на себя наложить. Вот как-то вечером... Тоска меня гложет. Хожу по комнате, поглядываю, где бы петлю накинуть. Ишь ты, Бог с тобой. Да, заглянул за угол. Кроватка там стоит. Дочка спала. Думаю, кто же у нее останется? Понял? Понял. Как не понять? Лежу на нее, и в душе у меня
тепло точно какое полилось. Все мысли супротивные. Точно между собой мириться стали. И после этого, как на свою спасительницу, молюсь на нее. Ведь как бы не она, а у, брат. А? Словно по калитке стукнул. Ишь ты. Уж на что гулящий ты кот, а и то домой пришел. Пришел? Ах, Людмила Герасимовна, я вас не вижу. Вы говорите, пришел? Фантазирует тут сама промеж себя. Даже мой Васька домой пришел. Ишь, как заливается. Уж очень вам сказать-то хочется, что, мол, я дома. Не беспокойтесь. Да, вот зверь. А и тот понимает, что надо домой побывать. Повидаться, как будут там. Сынок мой Николенька. Кто знает, какие у него дела. Да, кому и знать, как не мне. Никаких дел нет. Баклуши бьет. Но он адвокатством занимается. Какое адвокатство, матушка? Было время, да прошло. Учился он у меня хорошо. В университете курс кончил. Записался адвокатом, и пошли дела. И пошли, пошли, огревай деньги лопатой. Ах, сами знаете, с волками жить, по волчьи выть. Ну и начал он эту самую купеческую жизнь, что день то в трактире, что ночь то в клубе. Либо где. Само собой, удовольствие. Человек он горячий. Им что, у них карманы толстые? А он барстал да барстал, деньжонки все прожил. Знакомство растерял. Ну и обратно, значит, к матери. Отстреляй же ухи на пустые щи. Но он хлопочет по делам какой-то дамы. Да что, матушка, дама. Дама даме рознь. Женщина, она легкая, набалованная. На красоту свою надеется. Другой за счастье считает ей услужить. Так он даром для нее хлопочет? Он, пожалуй. А я с нее 1,5 раза выханжила. Только человек он гордый. Не захотел быть хуже других. У нее с утра до ночи франты. И угнул все эти денежки-то. Немцу за хорошее платье. А, вот тебе и барыш. Может быть, она ему нравится? А, это стыд, матушка. Бедному человеку за богатой бабой ухаживать. Значит, тратиться на нее. Больно горд. Засела в голову, завоюю, мол. Ну и мучится. А может, она и жалости, потому и не пожалеть ее бедную нельзя. Она только с виду, великая дама-то. А поглядишь поближе, довольно малодушно. Совсем запуталась в долгах да в амурах. Приехали, приехали. Так, выходите, выходите. Осторожно. Прошу.
Прошу. Так, пожалуйста, пожалуйста. Я, братец, за тобой. Пойди, ты прочь, чтобы духу твоего здесь не было. Да скажи, маленький, что я совершеннолетний, чтобы не беспокоилась. Домой я дорогу без тебя найду, без провожатых. Не пьяный. Братец, вспомни дом. Ну какой же ты добычник. Люди работают, что ты отдел бегаешь. Нынче вот два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя и дома нет. Это ты всех отвадишь. Да уж, работа. Я по грошам не собираю. Николай Андреевич, как насчет партии? Составите? Извольте. У тебя деньги с собой? Нет. Выручи, брат. Нет. А? Ты ведь на что? Ну, вот. Рубль. Людмилочка. Папа. У меня дела. Опять дела. Правда? Да. Как я рада за тебя, папа. Фортуна улыбается. Повезло. Повезло, повалило счастье, повалило. Бог даст, и у нас будет довольство. В нашем ремесле только бы посчастливилось, а там и поживешь для себя. Да еще как поживешь. Ой, да какое мне еще счастье. Какое мне еще счастье, коли ты доволен. Папа. Нет. Ай-яй-яй-яй. Не обижается. Ведь ты молода, что ты видела? Ты лучше свои годы просидела, нагнувшись над работой. Ну, да я вину свою знаю, я же и поправить ее хочу. Ужинать я нынче не буду, я нынче поздно посижу. А ты ложись, ангел-хранитель над тобой. Как я рада за тебя, папа. Как я рада. Я так полагала, что ты дома. Где ж ты был? Я брата искал. Где же он? Да все там же. Другой-то день в трактире. На что же ты похож, скажите, пожалуйста.
Вот, письмо прислал. Что с вами? Что такое? Вот чадо-то мое. Что случилось? Можно прочесть? Со мной неприятный случай, я проигрываю. Нужно отдать деньги, а у меня нет, и потому я не могу прекратить игры, и все больше затягиваюсь. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с братом 30 рублей. Кабы вы знали, как я страдаю от такой ничтожной суммы. Ничтожной? Скажите на милость, выработай-ка, пойди. Я жду и считаю минуты. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Не жалейте денег, пожалейте меня, не губите меня из-за копеечных расчетов. Любящий вас сын Николай. Хороша любовь, нечего сказать. Что же вы хотите делать? А что мне делать? Вот у меня 10 рублей. Те на провизию. Проиграл. А кто его просил играть? Дивик в самом деле... Нужда, а то проиграл. Крайность-то небольшая. Но он пишет, если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, не губите меня. Батюшки, вы, да что же мне разорваться из-за него? Тиран, мучитель. Я его не любила. Время идет, он там ждет, страдает. Страдает он, варвар эдакий, дормидонт. Бери бумагу. Пиши. Чё, мол, ты выдумал, чтобы маменька тебе денег прислала? Ты бы сам должен в дом нести. Постойте, подождите. Так нельзя. Сам должен в дом нести. Вот, возьмите. Что вы? Зачем 50-то рублей? Сейчас менять некогда, да и негде. Да еще не последний ли у вас? Это именно такой случай, когда посылают последний. Так он сдачи-то ведь не принесет. Сколько же за эти деньги вам заживать-то у меня придется? Да нисколько. Эти деньги я не вам даю, вы свою получите. Берите. Боже мой. Да где ж такие родятся? Уж я бы ему! Ну, идите же скорее, прошу вас. Как вы к нашему семейству-то? Какое расположение? Конечно, я говорю, не всякий может чувствовать. Я вас не понимаю. Вы вот для брата. А чувствую я. Ой, Господи, да идите же вы скорее. Он же там ждет. Идите, прошу вас. Я вот гляжу, свет у тебя. Полно, полно, дитя мое. Этак, не дай бог, и в чахотку себя вгонишь. Возможно ли так надрываться над работой-то? Вот уже обмозгую я купцу дельца, получу от него деньги, протекцию.
И тебе, моей голубушке, будет светлый день. А ты ложись-ка. Ложись. Часто поздний. Ложись. Ну? Милый, милый мой, чудо, как хороши. Полноте. Нет, нет, истинно так. Если бы меня полюбила такая женщина, как вы, я умер бы от счастья. Теперь нам нужно к маклеру. Да я на тебя, как на каменную стену. Благодарю, благодарю. Ну так что, значит, тогда да приятно. Угу. Постой, постой, я тебя забыл дать расписку, какие документы я у тебя принял. А? Ну вот еще. Нет, 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 не выпущу без этого, не выпущу, нет. Вот чудак, да зачем только это в прокламации? В животе и смерти Бог волен. А я теперь уже осторожен стал. Ты строчи, строчи. Чего? Послушай, ты как тебя? Пописухин. Вы поучтивей. А ты живи без претензий. Сытей будешь. Хочешь, денег дам? За что? Так, за здорово живешь. Ha, 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 ha.
Покорнейше благодарю-с. Ах ты, шершавый не нашей державы. О, это что вы? Слушай, а этот стряпчий не сфальшивит, если документы поверить? Как можно, что ну, вы? Ну, так вот что, ты если какую фальшь заметишь, забеги ко мне. Так мы бы так. Что вы, уж будьте покойны. Вот, возьми. На, спрячь. Ну, гости. Посидят, посидят, да и уйдут. Что у тебя за писарек такой? Да что писарек, ничего. Глуповат, но парень исправный. Плут, я вижу, большой руки. Нет. За ним гляди в оба. Постой. А, было, забыл. У меня есть еще один документ. Но это дело особ, кстати, я его с теми не мешаю. А в чем дело? Этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Вот со всеми бумагами, которые я тебе принес. Да какой-то он сомнительный. Как? Ну, я думаю, и так много досталось. Нам все не получилось. Все, ладно. А то и пропадай он. А на кого документ? Да на бабу. Вдова одна. Лебедкина прозывается. Путанная бабенка. А есть у нее что-нибудь? Как не быть. Ну, поразмоталась. А все-таки заплатить в силах. Документ выдан за поручительство мужа. Да поручительство-то фальшивое. Муж в параличе был, вот она документы выдала. А, ну так и пугнуть. А ну и, конечно, да только обстоятельному купцу связываться с бабой, я так понимаю, мораль. Ну да. Этот документ тебе передам. Ты как хочешь, от своего имени, а меня чтоб не путать. Ну так считай, что эти деньги у тебя в кармане. Получи хоть половину. Бабенка-то оборотиста. Как бы она тебя не плела на старости лет. Ну, а? Толкуй тут. Вот тебе моя рука, что через 2 дня все деньги у тебя. Доброе утро. Вот, душа моя, возьми ключи. Пойдешь из дому, бери с собой. У меня там документы в столе. Я в этом доме никому не верю. Да, кстати, пожалуйста, дай-ка мне на расходы. У меня нет денег. Куда ж ты их дела? Истратил. Если хочешь, я скажу тебе, куда. Нет, 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 нет. Я ведь что в глазах твоих ищу. На себя ли ты их истратила, бедняжка? На свои ли нужды, или опять для меня негодного старика? А? Вижу, вижу. Не сумела ты скрыть. Вижу. Видно, опять какой-нибудь сюрприз, да? А, ведь так. Буду ждать. А, полюбуйтесь. Беспутная голова. Узнаю знакомый голос. Здравствуйте, маменька. А что ты выдумал к матери за деньгами присылать? Деньги бы надел, а то... Ну, что за беда такая? Знаете пословицу?
Проиграл, не украл. Денег нет, так сам дома. Покорнейше вас благодарю. Не подходи! Долго будет продолжаться? Скажи на милость, гульба твоя! Деньги все ухнут. Много домой принес? Об этом не нужно говорить, прошу вас. Пожалуй. Ну, как вам угодно. Батюшки, никак на кухне что-то зашипело. Невероятно. Бесподобно. Я ждал бури, запасы терпением на 2 суток. И вдруг вместо обычной рации мод, пьяница, растащил дом. Чудеса. Позвольте полюбопытствовать, с какой стати вы помешали маменьке? И каким это чудом она вас послушалась? Я просила ее просто из деликатности. Ей не о деньгах нужно было говорить. А о чем же? Ей нужно было пожалеть вас самих. То есть как это пожалеть? Пожалеть, что вы тратите свое здоровье. А вы бы стали и поддакивать, конечно. Да, я бы стала умолять вас о том же. Умолять? Ну, это слишком много чести. Да, умолять вас оставить дурное общество и не тратить даром своих способностей. И прочее, и прочее. Я знаю, вы ведете себя, как и следует, чувствительной барышни. Чувствительные сердца всегда мешаются не в свое дело и лезут со своими советами. Извините. Нет, ничего. Ничего. Разговаривайте, если вам это доставляет удовольствие. Для меня всегда большое удовольствие говорить с вами. То есть поучать меня? Нет. Ну почему же не поучить? Это так дешево стоит. Не надо обижать меня. Я не обиды от вас заслуживаю. А благодарности? Ну, разумеется. Как же мне не благодарить вас? Вы учите меня. Вы мне сообщаете за новость такие истины, какие всякий 10-летний мальчик знает. Не то, Николай Андреевич. Я не учу, я только прошу вас. Просите? Зачем? Вы же не знаете ни моей жизни, ни моего характера, ни положения, в котором я нахожусь. Маменька, простая женщина, и та поняла, что мне деньги нужны, а не советы. Это я вам послала денег, а не маменька. Вы? Я не хотела вам сказывать, да вы меня сами вынудили. Кто вас спросил об этом, маменька? Маменька заняла у вас деньги? Нет. Как же это случилось? Просто я прочла ваше письмо. Тут уж некогда было думать. Нужно было торопиться. Так, чего же вы от меня хотите? Поскольку срок вашего документа вышел, необходимо заплатить. И не более чем через 2 дня. Как же это возможно? Да много ли вы хотите? Всю сумму сполна, как есть. Вдруг столько отдать? Это не по-божески. Посудите сами, где такие-то деньги возьму, да в раз. Неужели вы будете так строги? Не сделаете никакого послабления бедной женщине? Но что вам стоит? Переписать документ на другой срок? Я же пренепременно уплачу. Переписать бы и можно было, чего не переписать. Только документ-то весьма сомнительный. Как это так?
поручительство-то фальшивое. Эта подпись не вашего супруга будет. А... Ну так что же? Если бы я попросила мужа, он бы никогда мне не отказал. Значит, это одно и то же. Но вы же не попросили. Как вы странно рассуждаете. Как же он мог подписать, когда был в параличе? Ну, а это подлог. За это знаете, что бывает. За долги могут и на цилиндр в яму, то есть, а за подлог и того хуже. Под уголовный суд. Ах, не пугайте. Я знаю, что это очень нехорошо. Слезами горю не поможешь, сударыня. Ах, как бы вы знали, как тяжело одинокой женщине без руководителя в жизни, а если... Если женщина с чувствительным сердцем, всякий только и думает, что обобрать да обсчитать. Вот, к примеру, шляпка. Ну, ничего особенного, да? А с меня за нее взяли... И не выговоришь. Ну. Ну, чтобы нам с вами на мировую пойти. Взяли бы с меня половину. Деньги-то ведь не ваши. Я умею ценить расположение. И вас не обижу. А? Как вы осмелились. Как вы осмелились мне, честному человеку. Так повторяю. Ждем не более как 2 дня. Пошлите к Шаблоон за Фелицатой. Да скорее, чтобы с извозчиком. Я хочу просить вас, извините меня за давешний. Я так благодарен вам. Разумеется, эти деньги я верну при первой же возможности. Да что вы, я не обижаюсь. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно. Может быть. Вы меня не знаете. Я могу не отдать деньги. А вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей. Я об этом не думала. Я думала только о том, что вам необходимо нужны деньги. Позвольте вам удивляться. Чему ж тут удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме, я почти никого, кроме вас, не вижу. Вы имеете столько достоинств. Боже мой. Вы меня любите? Удивительно было бы, если бы я не полюбила вас. Зачем это? По крайней мере, я себя не виню. Кажется, я не подавал вам никакого повода.
Нет, подавали. Помните, с месяца тому назад вы поцеловали мне руку? Вы нынче чудо как хороши. Полноте. Нет, нет, истинно так. Если бы меня полюбила такая женщина, как вы, я умер бы от счастья. Да ведь это фразы. Это даже шутка. Какое нужно иметь сердце, чтобы шутить так? Я прожила свою молодость без любви. Я, может быть, с болью в сердце отказалась даже от мечты быть любимой. Но ведь я женщина. Разве легко побороть свою природу? Но представьте себе, я поборола. Я была покойна и счастлива по-своему. Но вот появляетесь вы. И один только намек на любовь снова поднял в моей душе мечты и надежду. Ведь это позднее. Может быть, последняя любовь. Вы действительно заслуживаете уважения и любви всякого порядочного человека. Но ведь я способен загубить всю вашу жизнь. А на что она мне? Губить? Вы слишком мало цените себя. Моя мечта — видеть вас спокойным и счастливым. Ради этого я готова решительно на все жертвы. Ангел мой, Людмила Герасимовна, за прежнее простите, а на этот раз я поступлю с вами честно. Я вас разочарую. Спасти меня невозможно, у вас нет средств для этого. Я затянулся очень глубоко. Как хочется жить, так нельзя. Как можешь, так не хочется. Некрасива моя жизнь, а впереди еще некрасивее. Потому лучше посторонитесь моей дороги. Участие или утешение? Благодарю вас. Благодарю. Что прикажешь? Ну, что? Карточки, карточки, карточки. А, Лига, матушка, карты всегда при мне. Живее. Как солдат с ружьем, так и я с ними. По морной части, что ли? Нет. По денежной. Mm. Дело, что ли, какое? Mm.
Смотри хорошенько. Платить мне или нет? Пожалуй, что и заплатить. Ой. По видимости, так выходит. Ах, как не хочется. Время-то к зиме, зимой, сама знаешь, какие у меня расходы. Опера, вечера. А новости из-за границы перчатки скоро одни разорят. Да уж, что и говорить. Ой, 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 как не хочется платить. К зиме все добрые люди занимают. А ты плати. Да, очень весело платить. Да ты должна, что ли? Разумеется, должна. Когда же я не должна была? Кому? Купцу дородному. Я у дяди его занимала, а ему по наследству досталось. Но тот человек был учтивый, он бы подождал. Ты мужик серый. Сегодня напустил на меня стряпчего, Маргаритова, бумагу ему отдал. Видимое дело, взыскать хочет. Маргаритова? Так ведь он у меня живет. Этот не уступит ни зерна макового. А видит ли долг-то? Ну, вот... 12 тысяч. Ишь ты. Кабы руки подошли, кажется. Украсть бы документ для тебя, а? Матушка, Фелицата Антоновна, укради. Ну, украдёшь, ну, смерть, не хочется платить. Он за всеми коп запирает, а ключи у дочки держит. Барышня тонкая. Но при всем при том, кажется, с Николаем амурничает. А, любовница, что ли? Ну, нет, матушка, что ты. Ну, что влюблена как кошка, это точно. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Мне отличная мысль в голову пришла. Спасибо. Как вы узнали? Сюрприз. А вот это отдайте мне. Осторожно, он заряжен. Зачем он у вас? Купил мимоходом. Деньги оставались. Думал, все равно промотаю. Вещь-то полезная. Можно я его запру у себя? Когда вам понадобится, вы мне скажете. Пожалуй, заприте. Ты смотришь, смотришь на него. Да и, пожалуй, жить незачем. Как вы равнодушно говорите о таких вещах.
Людмилочка! Людмилочка! Маменька, маменька, Варвара Харитоновна приехали. Вы думаете, вы еще в наш-то муравейник, да такая дама? Кому же быть, как не ей, посмотрите. Ой, что за чудо. Маменька, коли меня спросят, скажите, меня не дома. А ты, аристократ. Какими судьбами, матушка-благодетельница? Это тоже у тебя? Сынок, матушка. Вы тоже адвокат? Нет, я так. Где же ему? Он по домашней части. Хороша обнула? А так хороша. Да и то сказать, хорошему все хорошо, а на волка и лучше надень. Все волк будет. Ну что торчишь? Николай, что дома? Не велел было сказывать. Занят? А, какое занятие? Не нуждается ли в деньгах? Я бы с удовольствием. Нельзя ли позвать? Что мне для тебя нельзя? Все можно. Николай! Не уходи, побудь со мною здесь так отрадно. Так светло, я поцелуями покрою уста и очи и чело. Я поцелуями покрою уста и очи. Так давно тебя люблю, тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Не уходи, побудь со мною, пылает страсть в моей груди, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи, восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Позвольте вас ангажировать на вальс. Извините, но Варвара Харитоновна уже обещала. Какие пустяки, мой друг, какой вы прав. Чудак. Мало ли, да. Чему обязан счастьем? Уж лучше скажите, блаженством.
Что прикажете? Ничего не прикажу. Поехали кататься? Что такое, не понимаю. Я хочу прокатиться и приглашаю вас с собой. И вы не нашли никого, кроме меня? По-моему, у вас недостатков провожатых нет. Считаете, что это мой каприз? Нынче у вас каприз. Приласкать человека, завтра каприз. Оттолкнуть, чуть не прогнать. Нет, как хотите, желая спокойствия себе, даже при всей... Ну, говорите, я разрешаю. При всей любви к вам. Стараться быть подальше от ваших капризов. О, вы не знаете женщин. И капризами надо уметь пользоваться. Женщина из-за каприза способна на многое. Я не Дон Жуан. Ну, знаете, не все же Дон Жуаны. Иногда нравятся и мечтатели. А говорят, стрельни сейчас хорошо. Да, говорят. Ну, вот бы и поехать. Вот и поезжайте. Ну, все-таки стрельный трактир. Женщине ехать одной в трактир как-то неприлично. А вдвоем? С молодым мужчиной? Тоже неприлично. Но знаете, я из двух зол всегда выбираю то, которое мне больше нравится. Посидеть под пальмой, можно пообедать. Ну, чего вы боитесь? Будьте полюбезнее. Ну, пожалуй.
Видели, Людмила Герасимовна? Брата точно барон какой закатил. Вот стыда нету человека. Ему бы скрываться. Зачем скрываться? От добрых людей и от кредиторов. Ведь его на цугундер, Людмила Герасимовна. Что? Завтра в яму спустят. В какую яму? К Воскресенским воротам. За долги. За долги. Беспременно ему сидеть и долго сидеть. Я и исполнительный лист видел, кормовые представлены. Маменьке только не сказываю, что ее беспокоить. Да и по делам ему, Людмила Герасимовна. Конечно, по родству жаль. Людмила Герасимовна. Людмила Герасимовна. Людмила Герасимовна. Маменька! Людмила Герасимовна умирает! Милый друг, как иногда бывает, скучно жить на свете. Ну, вам-то еще можно жить, а вот мне... Разве вы тоже несчастны? Бедненький. Побежите от женщин. Разве может кто так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Мой милый друг, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя в жизни. Если бы вы знали. Я очень несчастна. Видно, мне придется вас утешать, а не вам меня. Нет, у меня это на одну минуту. Я сейчас развеселюсь. Садитесь-ка, Людмила Герасимовна. Спасибо, не хочется. Ишь, закатились. Да и то сказать, чем торопиться? Варвара Харитонна пожить умеет. Женщин со вкусом. А мы ему на руку. Замашки барские, а денежек нет. А проедется с ней, как будто в самом деле помещик. В яме-то не поварствуешь. Вы любите брата? Ну, как же, по-родственному, жаль. Ну, так любите больше. Да ведь мы с вами, Людмила Герасимовна, навещать его будем. Брат все-таки. Калачки будем носить. Так ведь, Людмила Герасимовна? Отец говорит, богатые люди наши за холостья за добром не ездят. Ой, неспокойно у меня на сердце. Завтра же привозите деньги. Другого вам ничего не остается. Хороший совет. Покорно вас благодарю. А в чем тут толковать? Сейчас деньги, сейчас. Только тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда.
Ведь вы сами говорите, что поручительство фальшивое. Да. Да ведь за это знаете, что бывает? Ах, да это я уже знаю. Ведь вы под этот документ брали деньги. Разумеется, как мило, какие резоны. Разумеется, брала. Ну? Ну, я те деньги истратила, а теперь должна давать свои. Поймите вы меня. Я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно. Нет, вы меня не любите, оттого так и говорите. Я поверить не хочу, чтобы нельзя было уговорить Стряпчего обмануть от водородного. Взял бы половину, а за хлопоты вы разделите пополам. Вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с таким предложением? Да что он скажет мне прямо в глаза? Ну так сделайте то. Невозможно. Нет. Она любит вас ужасно. А разве можно отказать в чем-нибудь тому, кого любишь? Ведь это чистое сознание. И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда половина ваша. Деньги хорошие, мой друг, и не лишние для вас. Не искушайте меня деньгами. Я в крайности. В ужасной крайности. За себя поручиться нельзя. Завтра меня поведут в яму за долги. Меня ожидает срам. Так спасайтесь от срама. Вот вам средства. Я скорее себе пулю в лоб. Что же мне делать? Денег нет. Взять негде. Кто мне поверит? Да, нужно действовать. У вас есть вещи? Бриллиант? И даже очень много. Ну вот и прекрасно, надо их заложить. А... Да-да, но только... Я не знаю, как это. Ну, я вам помогу. Покорно вас благодарю. Вы мой истинный друг. Значит, завтра пораньше поедемте вместе. Ну вот видите, как все это прекрасно улаживается. Вот потеха. Чему вы так радуетесь? И вы хотите, чтобы я рассталась со своими вещами? Да вы с ума сошли! Извините, я истинно из расположения к вам. Ах, какой же вы чудак! Да можно ли советовать такой женщине, как я, заложить вещи, бриллианты? Да что же делать-то? Нет, вы еще очень молоды. Неужели вы думаете, что у меня таких денег нет? Столько-то? Да я вам через час достану. Тогда в чем дело? А в том, что хоть этот долг для меня не очень важен, а мне его не хочется платить. 12 тысяч для кого бы то ни было составляют расчет. Мне хотелось испытать вас. Стоите ли вы моей любви, которую вы так давно добиваетесь? Да, это совсем меняет дело. Но только я не понимаю, как вы можете полюбить человека, который сделал гадость, хотя бы для вас. Я и сама не очень добродетельна, и других сужу не строго. Если человек мне предан без границ, я и сама готова на всякие жертвы. Об этом стоит подумать. Как? Вы хотите думать? Да ведь близко. Ведь перед вами то, что... Вы так долго напрасно искали. Вы меня сводите с ума. Я не знаю, любите ли вы меня. Но я знаю, что вы самолюбивы. Пользоваться расположением женщины, известной в обществе. Возбуждать ревность. И вы еще можете колебаться. Варвара Харитон, опять я вас вижу. Это счастье, в день по два раза.
А я тебе на твоего сына жалуюсь. Может, мне помочь, а не хочет. Да что это в самом деле, Николай? Вас же надо бы наставить. Ну, хорошо, маменька, хорошо. Для Варвары Харитоновны все должны как рабы, не разбирая. Погоди, Филипп Сатанов. Докажись, да и прикажи она меня человека убить. Убью для нее. О. Не то, что малость какую. Оставь нас на минуту. А. Завтра я привезу на всякий случай все деньги. И посмотрим, любите ли вы меня. Я позволяю вам меня поцеловать. Вот здесь. Ну, целуйте. То перчатку надену. Филицата Антоновна. Может, и сбудется, что ты пророчила. Может, и придется. Пошел. Важность надо бы наставить. С кого ты такой родился? Ничего ты для дома. У нас, у бедных людей, кто в дом несет, тот и родитель. Прежде нужно честно добыть, а уж потом в дом нести. Нет мне ничего противнее этой твоей философии. Когда еще твоей чести дождешься-то? А есть всякий день хочется? Так уж честно или нечестно, а в дом тащить ты обязан. Ну? Услужил ты мне, Герасим Порфирич. Здорово ты их поддел, да на чистую воду. Теперь, гляди, деньги-то в кармане. Да, вот, братцы, делаю вам протекцию. Золотой человек, честности необыкновенной. Покажи нам свою честность, мы тебя озолотим. Чем же это я вам свою нечестность показал? Вы сами приходите ко мне честности-то учиться. А наше дело такое. Ты что ж, нашей поговорки не знаешь? Не обманешь, не продашь. А, вот тут и оно. Сами кого хочешь, обманывайте. Будь ты среди нас хоть один честный человек. Вот-вот. Говорю, сами вы народ обманываете. Честность им свою покажи. Да я честнее всех их. Устал я, брат, устал. Стар становлюсь. Не прежняя пора. А теперь бы уж бодрость уж как нужна была бы. Повалили дела, Дармидонт. Повалили процессы. Теперь бы только 2-3 дела закончить, хорошо зарекомендовать себя, а там деньги-то лопатой греби. Нет ли уж дельцы и мне, Герасим Порфирич, за компанию? Ишь ты, за компанию. Погоди, будет и для тебя за компанию. Бог даст, Людмилочке на приданое наберется. И поживет для себя. Она, брат, святая, святая. Это я точно чувствую. Другой кто, может, и не чувствует, а я чувствую.
Что, Николай Андреевич у себя? Угу. Сделайте одолжение Фелицита Антону. Нельзя ли его увидеть? А чего же нельзя? Николай! Людмила Герасимовна просит. Ну, повалило тебе счастье, от женщин отбоя нет. Вот жизнь тебе пошла. Я все знаю. Вы о чем? Ваш брат рассказал мне о вашей беде. Ну вот и хорошо. Хлопот меньше. Оправдываться не нужно. Вы меня презираете? Нет. За что же? Если бы вы были так добры... Для вас все, что угодно. Мне нужно знать все о вашем теперешнем положении. Извольте. Только все, ради бога, ничего не скрывайте. Вы подозреваете за мной что-нибудь дурное? Как бы так, я бы вас не любила. Вся беда в том, что я должен. Очень много. Да, мне только и нужно знать... Когда вы задолжали? Где? Сколько? Вот когда я был маленьким Жюль Фавром и вообразил себя первым адвокатом в Москве, я зажил очень широко. Знаете, после студенческого безденежья, да вдруг 2, 3, 4 тысячи в кармане. Вот голова-то и закружилась. А после, в конце года, оказалось, что денег нет, а долгов, хоть и небольших, довольно. Вот и занял значительную сумму в одних руках, под большие проценты. Уплатил все мелкие долги и опять зажил широко. Я все рассчитывал, что получу большой процесс. Ну, а дальше все просто. Процесс я не получил, деньги прожил. Вот и вся моя нехитрая история. Много вы должны? 1003. Для меня сумма огромная. И нет никакой надежды поправить дело? Никакой. Голова горит. Погодите. Вот оно что. Как хорошо. Благодарю вас. Мне тоже. Людмила Герасимовна, я от вашего папашеньки. Сами-то в лавку зашли, а вот это приказали вам отдать. Сейчас, говорит, в портфель и на ключ. Хорошо. А каково мне-то доверие? Тебе, говорит, я поверю. Ты не то, что брат. Вы извините, папа, он почему-то не полюбил вас. Это от того, что он вас не знает. Так и сказал. Брату твоему. И гроша не поверю. Ну, хорошо. Поди вон. А тебе могу. Поди вон! Что ты куражишься? Я к Людмиле Герасимовне. Мне, Людмила Герасимовна, нужно с вами очень серьезно поговорить. Очень-очень серьезно. Да, только не теперь, потом как-то. Да говорят же тебе, ну поди вон. Пойду. Ты ничего не знаешь. Погляди, что у нас еще будет с Людмилой Герасимовной. Кому вы должны?
Вам-то на что знать? Ну, говорите скорее, кому? Я пойду к нему, буду просить его отсрочить, буду умолять, буду плакать. Напрасно. Это не человек, а железо. Ну, как же помочь вам? Никак нельзя. То есть можно? Говорите. Есть средства? Ну, говорите же. Я сделал глупость и запутался, и чтобы распутать, я должен... Что? Сделать преступление. Что вы говорите? Вы требовали откровенности, я говорю правду. Чтобы избавиться от сраму, я должен. Вы так легко говорите о таких вещах. Вы очень чисты, вы редко слышите. Нет, прошу вас, не делайте этого. Я прошу вас, не надо. Успокойтесь. Боже мой. Успокойтесь. Предоставьте меня моей судьбе. Нет. Людмилочка. Ну, ангел мой, сегодня у нас праздничек. Сегодня и мы с барышом. Я дельце-то купцу отхлопотал. Да так-то ловко. Они мне и говорят. Один честный человек на мой как нужен. Это купцы-то. А вот и тебе сюрпризец. Взгляни-ка. Взгляни. Открой. Спасибо, папа. Что, угодил я тебе, а? Кто-то? Устал нынче, попритомился. Пойду прилягу. А ты мне, погодя, чайку принеси. Я решила сделать для вас все. Какое преступление? Воровство. Гнусно, гадко. Да, некрасиво. Что бы ни случилось, я ваша сообщница. Что? Что украсть? У кого? У вашего отца. Вы смеетесь над моим горем. У моего отца ничего нет. Заемное письмо той женщины, которую вы видели сегодня, передано вашему отцу. Она предлагает мне половину, если я украду его. Хватит, чтобы спасти вас. Даже слишком. А когда вы заплатите долг? Я прокляну прежнюю жизнь. Такой урок научит хоть кого. Что у меня впереди по выходе из тюрьмы? Быть писарем в квартале и то кланяться. Репутация моя погибнет навсегда. И если бы мне удалось хоть как-нибудь избавиться от этой напасти. Клянусь вам всем святым, я сделаюсь хорошим человеком. Успокойтесь. Не думайте обо мне дурно. Я не стану искать безнравственных средств. Как я мог слушать без негодования это ее гнусное предложение? Как же спасти вас? Для меня нет жизни без любви к вам.
Людмилочка! Пойди сюда, дитя мое. Боже мой, что же делать? Что же? Разве уж очень невозможно станет? Это еще хуже. Это хуже, чем преступление. Возьмите. Письмо Лебедкиной? Нет, я не приму его. Пусть оно будет у вас. Делайте с ним, что хотите. Что вы? Зачем это? Я должна вам помочь. Другой любви я не понимаю. Мысли путаются. Ничего не видеть, не чувствовать, ни о чем не думать. Ни о чем не думать. Thank you.
Ну что? Вот, Герасим Порфирич, мы-то все для дома. А, трудись, трудись. Остановись. Подождешь меня тут? Прогорели совсем. Закрывать впору. Угару бы не было. Ну да, ведь голова-то своя, а за дрова деньги плачу. Аль, погодите. Вам кого угодно? Ты меня не узнала? Матушка Варвара Харитонна, и то не узнала. Как ты подкралась-то? Я на извозчике. В карете-то ездить в вашу сторону неловко. Сейчас явятся любопытные. Кто приехал? Да к кому, да зачем? А мне не хочется, чтобы знали, что я была у тебя сегодня. Да не узнает никто. Стряпчий дома? Нет, матушка, ушел с позаранку. А дочь его? Она не выйдет. Мы только по вечерам здесь работаем вместе, чтобы в розыгрышах свечей не жечь. Да нынче либо больна, либо расстроена. Да тебе что нужно, дорогая моя? Николай Андреевич. Сейчас кликну. А ты не беспокойся, коли Стряпча придет, я тебя спрячу. Угу. Вот, я и приехала. Вижу. Привезли деньги? Привезла. Все? Все? Разве нужно все? Конечно, вы на что надеялись? На вас, мой друг. За кого же вы меня принимаете? За благородного человека. Для любимой женщины можно решиться. И вы совершенно уверены в моей любви? Разве это не так? Разве не вижу по глазам вашим? Вы проницательны. Вероятно, вам не раз приходилось испытывать силу ваших прелестей над мужскими сердцами. Да, бывало. Так что вы... Я в этом счастлива. Нисколько не удивились, если бы и я. Для меня жертвовали очень многим. Чему тут удивляться, мой друг? Да, вы правы. Я так и ожидала. Благодарю вас, милый. Друг мой, вот этой любви, этой страсти можно поверить. И наградить. Да, конечно, вы стоите, но... Но, милый мой, Николай Андреевич, подождите немного. Ведь сердцем нельзя располагать по-произвольному. Если оно занято, что же делать? Ну, кроме сердца вашего. Деньги, вы хотите сказать? Деньги я отдам. Хотя не вдруг. Я сама нуждаюсь, но вам понемногу выплачу все, что обещала. Это мой первый долг. Ну, позвольте. Я дело сделал. У вас в руках ценный документ, а у меня ничего. Одни ваши обещания, слова, которые не имеют цены. Вы меня обманываете? Нет. Я все исполню, только не вдруг. Подождите. Возвратите мне документ. Вы либо сами очень просты, либо меня за дурочку считаете, мой друг. В таком случае я заявляю, что вы похитили у меня документ. Вас обыщут. Я вас не выпущу отсюда. Как страшно.
Конечно. Вы так не шутите. Ну, что если бы я была женщина нервная? Вы меня ужасно перепугали. Еще хорошо, что у меня есть характер. И никогда я не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и аккуратно. Что вы? Посмотрите, как весело горит. Ну вот, и следа не осталось от моего долга. Мне уже осталось только удивляться вам. Верю. Как просто и скоро все это сделалось. И знаете, мне даже винить себя не в чем. Все чужими руками, не правда ли? Я почти не виновата. Разговаривайте, разговаривайте, я вас слушаю. Что вы так презрительно на меня смотрите? Вы что ли лучше? Разумеется, я предлагала деньги, но ведь надо было, чтобы нашелся такой джентльмен, который бы решился на такой подвиг. Когда за деньги все на свете можно сделать, поневоле соблазнишься. Да, мне бы и в голову бы не пришло. Я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. И ведь надо же было, чтобы в наше общество явился такой милый, обаятельный молодой человек, такой любезный, который за деньги. Ну, довольно уж. Вы желали испытать, стоили о любви вашей? Представьте себе, что и я желал испытать, стоите ли вы. И оказалось, что не стою. Очень жаль. Стряпчий идет, матушка. Прячь меня покуда. Я тебя задним крыльцом провожу. Только с одной доверенности 7 копий писать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле. Давай. Я наверху займусь. А ты сделай милость, кликни меня, когда Людмила Герасимовна выйдет. Мне непременно нужно ее повидать, пока не вернется отец. М? Хорошо, кликну. Как же, дожидайся. Нет уж глупостям, я не потатчик. Пиши, пиши. Пишешь ты довольно четко, но зато врешь так, что только руки брось разведешь. Врать-то я здоров, но без умысла, Герасим Порфирич, от мечты-с. А ты уж не мечтай, когда дело-то делаешь. А то третьего дня вместо департамент написал фиксатуар. Да еще так четко-то вывел. Фиксатуар. Я завиться хотел, Герасим Порфирич, чтоб волосы лучше лежали. Фиксатуар-то в уме держал. Надо департамент, а вон. Фиксатуар, пиши, пиши. А я портфель возьму, так к тебе подсяду. А что, Людмилочка, не выходила? Не выходилась. Давеча принесла мне стакан чая, сунула ключи и ушла к себе. А я-то занят был и словечко с ней не перебросил. Уж здорова ли? Не знаю-с. Напиши. Какой фиксатуар. Я уж теперь
фиксатуар писать не стану. Ну вот, маменька, мечтать мне невозможно. Все, что в голове, все и напишешь. Недавно гербовый лист в 40 копеек испортил. Надо копию с купчей лет такого-то выводить. А я кольцо девицы я в море утопил. Да уже на четвертом стихе только и опомнился. Нет, шабаш. Какой фиксатуар? Зачем фиксатуар? Сколько там? Много ли у нас документов? Посмотри-ка по списку. 16, а 17 я вчера принес. Поищите. Нет 17-го. А ну подай сюда список. Все тут ошиблись. Заемного письма Лебедкиной нет. Тут. Да нет, говорят тебе. Тут. Нет, смотри сам. Как же можно? Неверно. 16-17. Ах ты глупый. Не может быть. Потому как у нас честность. Вы велели домой снести, а у меня все одно, как у вас в кармане. Так же честно и благородно. Я отдал Людмиле Герасимовне, а она честнее нас с вами. Говорю, положите в портфель, хоть убейте, хоть к присяге меня ведите. Что вы так смотрите на меня? Что вы так страшно смотрите на меня? Ты разбойник. Не надеюсь, Герасим Порфирьевич, не надеюсь быть разбойником. Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама сюда приходила? Говори. Вчера была. Ты разбойник. За что обижаете? Продали. Продали. Возможно ли продать? Я отдал Людмиле Герасимовне. Коль не в портфеле, так у нее. Позови ее ко мне. Людмила Герасимовна, можно? Не отвечает. Не отвечает.
Ну, постучи хорошенько. Убита! Как? Что такое? Почему вы кричите? Зачем у вас пистолет? Молчите! Ради бога, молчите, прошу вас. Ах ты глупец! Ах ты глупец! Ах ты глупец! Воды скорей! Успокойся, папа. Что ты со мной делаешь? Что ты со мной делаешь? Ой, Господи, Боже мой. Я ночью почти не спала, а сейчас прилегла и заснула. Вы спросите, что со мной было? Был ли я жив? У меня и по сию пору сердце, как овечий хвост, дрожит. Овечий хвост? Ну, ступай, ступай, пиши. Да не наврись, перепугут. А? Да уж, ой, Господи, буду стараться, что на удивление. Милочка. А, глупец. А, глупец. А, Людмилочка, отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной? Отдал. А. Ну что ж, говорил я вам. Ну, извини, брат, вот теперь я спокоен. Пиши, пиши. Честность необыкновенная. Честность необыкновенная. Так оно у тебя. У меня его нет. Как нет? Я отдала его. Как отдала? Кому отдала? Зачем? Так нужно было. Я не могла поступить иначе. Как ты могла? Дочь моя, ты ли это говоришь? Ты не могла сохранить, уберечь чужого, что доверено твоему отцу. Я ничего не понимаю. Не могла. Или я стар и глуп, или все перевернулось на свете. Честности не стало. Воровство перестало называться воровством. Я не могла поступить иначе. Скажи ты мне, какими ловушками, хитростями поймали тебя? Каких дьяволов вызвали из ада, чтобы обмануть, обольстить твою правдивую душу? Никто меня не обольщал. Я сама отдала. Я видела, что человек гибнет. И если не спасти его, ему грозит позор, а может быть даже самоубийство. Когда мне было думать? Надо было спасать его. Надо было отдать все, что было под руками. Я не могла поступить иначе. Брат! Мучил ты нас. Мало тебе этого. Погубить ты нас совсем захотел. Так это он. Он. Вот когда я не
вещи. Презренный старичишка. Вчера еще считали меня честным человеком и доверяли мне. А завтра, уже завтра, на меня будет показывать пальцем и называть вором из одной шайки с ним. Он отнял у меня последнее. Был я беден, был я жалок. Но у меня была дочь. Теперь ее нет. 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 Ты от меня отказываешься? Нет. Нет. Прости меня. Как же мне бродить по свету без тебя? Пойди ко мне. Пойди ко мне. Прости. Прости меня. Прости меня. Будем мыкаться вместе. Вместе оплакивать новый грех. Твою слабость. Дитя мое, дитя мое, уйдем от них. Чужим горем живет он, чужими слезами. Мать, брат, в поте лица работает, а он пропивает выстраданные их копейки. Что ему за дело до чужих слез? Какие деньги у бедной семьи? Разве на разврат хватит? Нет ли еще где бедных тружеников? Попроще и тех обобрать. На вашу брань я бранью отвечать не буду. Вы очень старый. Нет, нет, я не брошу тебя. Неужели я оставлю тебя ему, моту пьяницы? Вору! Замолчи, старик. Ему веселье нужно. Что ему за дело до чужих слез? Дитя мое, уйдем от них. Нет, не к нему, а ко мне пойдите. Я обижен. Я обижен напрасно. Папа, судьба связала меня с ним. Что же мне делать? Ты мне возвратила жизнь однажды. Ты же сама и отнимаешь ее. Я вижу. Я чувствую, что я убиваю тебя. Я сама умираю. Если бы я могла жить для вас обоих, оттолкни, прокляни меня. Но полюби его. 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 Он все взял у меня. Мне не выплатить эти деньги всю жизнь. Он взял у меня честь. Взял дочь. Ничего я не взял у вас. Вот ваша дочь. И вот ваш документ. Так. Что? Что это значит? Ты не успел его продать? Я жалею, что я вам его отдал. Вы не умеете ценить благородство других. Я давеча же видел Лебедкину. Так зачем же оно у тебя? Зачем ты его взял у Людмилы? Зачем мне нужен был этот документ? Варвара Харитоновна Лебедкина приехали. Входи, входи, матушка.
Я желаю заплатить долги по заемному письму, выданному мною купцу Дородному. И прекрасно делаете, сударыня. Прекрасно делаете. Пожалуйста. Пожалуйста, сударыня. Что? Деньги. Дайте документ. Я только тому отдам, у кого в руках документ. Без документа я не отдам денег ни за что. Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги. И документ будет. Ах, боже мой. Неужели вы осмеливаетесь сомневаться? Покажите мне документ. Уж это порядок такой. Извольте. Это ваша подпись, сударыня. Вы ее признаете. Что такое? Подождите, подождите. Вы можете не признать подпись, если вам угодно. Нет. Это моя рука. В таком случае, сударыня. В таком случае, сударыня. Но. Извольте, сударыня, вам документ, а мне деньги. Извините. Маргарита. Извольте, сударыня, вам документ. А мне деньги. Покорнейше благодарю. Что это значит? Это значит, что давеча я был осторожнее вас. За что себе очень благодарен. Я отдал вам только копию. Вам бы посмотреть хорошенько. Да. Вот что. Не станете же вы упрекать меня? Нет, не стану. Я, если плачу или отдаю, я никогда не жалею. Да и что делать-то? Как бы свои, а то я и эти заняла. Я хотела испытать. Стоите ли вы? Оказалось, что не стою. Ну, что же делать? На всех не угодишь. Невежа. Да уж, действительно, невежа. Матушка, благодетельница, птица моя райская. И как обидели?
Видишь, карта-то правду сказали. Пришлось-таки заплатить. Это все пустяки. А у меня серьезное дело для тебя. Поехали ко мне, погадаешь? А на кого гадать-то? На Трифонова опять? Да ну его, надоел. Я уже не знаю, какого цвета его положить. Пошел. Разношерстный, что ли? Усы другого цвета. Николай Андреевич. Вы брата не видели? Нет, Людмила Герасимовна, не видел. А что? Сколько у тебя это осталось-то? Осталось всего 5 ездок, всего, да. А ну, ребятки, ребятки, давай веселее, веселее, веселее. Поспешай. Так ты говоришь, сама привезла? Чудеса, чудеса, да и только. И все сполна? Копейка в копейку. Извольте получить. А, давай. Шевелись, шевелись! Следует пересчитать. Чего там? Ведь я эти деньги пропащими считал. А ты, брать, словок. Эдакое дело спроворил. Это, я вижу, хитрое бестие. Такие ваши слова для меня обида. Ишь ты, обида? Да ведь, милый друг, я тебя обидел, я и награжу. Держи. Как можно? Мне сколько положено, и на ведение дела лишнего я... Да бери. Бери, не гордись. Ведь я же сказал, что я тебя награжу. Ну и, стало быть, мое слово — кремень. А то ведь я кланяться не стану. Для меня эти деньги все равно как пропащие. Я их кому хочешь отдам. Вот хоть ему. А ну, пойди сюда! Возьмешь? Возьмусь. Пропьешь, прогуляешь? Пропьюсь. Слыхал? Ну, так берешь? Как же вы теперь? Что с вами будет? В минуту слабости я чуть не упал так низко. Теперь не тревожьтесь за меня. Я сделал глупость.
Я должен поплатиться. Мне страшно за вас. Я решился покориться своей участи. У меня теперь есть хорошее впереди. Ваша любовь. Быстрее, братец, быстрее! Погоняй, сделай милость, плачу вдвойне! Погоняй, погоняй! Вот здесь, останови. Получай. Благодарствую, барин. Людмилочка. Людмилочка. На. Держи. Что это? Бери. Бери, бери, не бойся. Это твое. Твое приданое. Привез я купцу-то деньги от Лебедкиной. А он и говорит, половина твоя, потому что эти деньги я считал пропащими. Это тебе. Твоя половина. Значит, эти деньги я должна отдать жениху? Разумеется, глупенькая. Вот вам. Ты уж извини меня, брат, за давешни. Да ведь сторона здесь такая, что... Что по неволе подумаешь? А говорила, она тебя любит. Ну что ж, маменька. Ничего, пущай. И горе мое. Я для дому. Ему хлопот будет много по судам бегать. А я по домашней части. И, маменька, детей его нянчить буду. Дармидон! Дармидон! Пиши. От меня доверенность на имя Николая Шаблова. Только не ври. В аккурате сделаю. Не сомневайтесь. У нас честно и благородно. Я, Маргаритов Герасим Порфирьевич, Стряпчий, доверяю.